Он стреляет своими лапками и делает паутину. А если он вот так может сокращать рот, тогда не можешь говорить и нос не можешь дышать. Может, он туда в бак влезает, и потом от бака бьет вот туда... Это тогда тебе на улицу, и там по нее лазит. Из себя. Сплевает ее. Своими руками. Паутина берет из попки. И стреляет. Вокруг дерева, что муха залетела у него в ловушку.